Добрый день. Поступил такой вопрос: токсичность амфетамина для головного мозга. Причем автор письма указывает весьма размытые, так скажем, критерии употребления. То ли один раз в месяц, то ли один раз в 3 дня. Понять, по крайней мере, мне из текста письма было достаточно сложно, что, собственно говоря, автор хочет уточнить. Как часто ему употреблять, либо как часто он уже употреблял. Если говорить про амфетамин, то в принципе вот такого тяжелого, разрушающего, токсического действия на мозг непосредственно, да, чтобы человек там за полгода, за год стал олигофреном из нормального, здорового человека, конечно, нет. Но амфетамин, как и любой другой стимулятор, форсирует все психические процессы, какие есть в организме человека. И, собственно говоря, проблемы повышенного артериального давления, повышенного ускоренного развития артериальной гипертензии для использования всех стимуляторов и амфетамин в том числе является достаточно актуальным. Вследствие повышения артериального давления мы вполне можем иметь развитие сосудистой энцефалопатии со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если мы говорим об употреблении амфетамина один раз в месяц, то, скорее всего, никаких последствий для головного мозга, вот такого отупления какой-то, там, олигофрении, энцефалопатии, скорее всего, не будет. Если мы имеем постоянное употребление, с постоянным повышением давления, с нарушением кровоснабжения головного мозга, то тогда, естественно, мы будем иметь все эти последствия достаточно быстро. Основная проблема все-таки, на мой взгляд, употребления амфетамина – это не вот такая вот энцефалопатия, не снижение интеллектуальных способностей, а скорее развитие тех или иных неврозоподобных невротических расстройств. Вот это вот бывает достаточно часто. И это мы можем наблюдать, в общем-то, по большому счету, сплошь и рядом. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net, на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.